Не знаете, что делать с переспелыми персиками? Уж точно не выбрасывать. Наша кулинарная волшебница Лиза Глинская прямо сейчас поделится уникальным рецептом десерта из персиков, который поразит вас не только своим вкусом и красотой, но и легкостью приготовления. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй, Надюш. Это тебе сразу же. Спасибо. Как и мои объятия и поцелуи, конечно. Я знаю, что делать с переспелыми персиками. Очень простой, легкий рецепт. Но прежде чем я его озвучу, мне хотелось бы узнать, что бы ты сделала из переспелых таких вот персиков? Скажу по секрету, некоторые переспелые персики я съедаю, потому что они вкусные. Но если вот их такое достаточно большое количество, мне кажется, единственное, что можно придумать, это джем. Ну, потому что они уже как каша, немножко сахара переварить. Угу. Не всегда он получается такой красивого цвета, но в целом я считаю, мы персики так спасем. А что ну, еще? Ну да, в принципе, джем, опять же, компотик какой-то, да. Хорошее решение, но сегодня мы приготовим с вами рулет из персиков. Он будет очень полезный, вкусный, без муки. Ну вот как можно без муки сделать рулет? О, можно. Представляешь? Да, покажи, да, поскорее. Надюш, нам надо с тобой очистить персики от косточек, но кожуру мы оставим. В кожуре очень много пектина, а это нам пригодится. Хорошенько их нужно вымыть, конечно, перед этим. Это я уже сделала. Есть персики, которые хорошо отделяются сами по себе от косточек, а есть такие не очень послушные в этом смысле. Я думаю, что это такие же. То есть ножом нам не важно. Помочь, знаешь, нам просто вот... Да, нам не важно, можешь так посчищать. Главное, чтобы это все было без косточки. Лиза, откуда у тебя вообще идея такого уникального десерта? Я была в Израиле. В Израиле у меня друзья, родственники, и я там бываю довольно-таки часто. И когда я приезжаю, я все время беру для себя одну очень вкусную штучку. Это один из компонентов, одна из частей вот этого десерта. Нечто похожее на такую подстилочку, тоненькую, коврик. Такой коврик, такой тоненький коврик из пюре абрикоса, персика, манго. И он, знаешь, завернут как вот лаваш тоненький, да? Вот просто вот так вот свернут и в пакетике. Он хранится необычайно долго, очень вкусный. И я его всегда очень много покупала. Вот кушать хочется в течение дня, тебе ну, нет возможности, я постилочку эту подъедаю. Она очень вкусная, очень сытная. И впоследствии потом узнала рецепт этих фруктовых листов, и родился вот такой вот еще и десерт. Мы печь вообще, Надь, не будем с тобой, мы будем сушить в духовке при температуре 100 градусов. То есть мы еще и витамины сохраним? Мы еще и витамины сохраним. Для того, чтобы получить фруктовое пюре быстро и без усилий, мы используем нашу кухонную машину. Просто поворачиваем ручку переключения скоростей, и она всю работу сделает за нас. Отлично. Ура! Пюре готово. Можно добавить сюда 3 столовые ложки сахара, потому что персики не всегда очень прям сладкие-сладкие. И чайная ложечка ванильного сахара. Это уже по желанию. Для аромата. Лизочка, а почему ты сделала упор на то, что персики должны быть переспелыми? Просто потому, чтобы спасти эти персики? Или есть другая причина? Надь, ты знаешь, такие персики лучше вообще перебиваются в однородную кашу. Можно и персики с абрикосами соединить. И опять же спасти переспелые персики. Ну да. Здесь у меня пергамент. Пергамент я ничем не смазываю. Вливаю на него персиковое пюре. А какой толщины должно получиться? 0,5 сантиметра до сантиметра. То есть, возможно, нам хватит даже на 2 пласта? Это на 2 таких пласта, да. Отправляем в духовку? Ты уже отправишь в духовку без меня, потому что такое пюре должно сушиться при температуре 100 градусов около 5 часов. И где-то через 2-3 часа нужно будет повернуть, просто противень развернуть, потому что духовки иногда не очень равномерно работают. И, в принципе, все, должно остыть. А остывший такой корж я уже принесла. Вот, Надюш, посмотри, какой красивый коржик. Радует то, что он очень долго хранится. Можно сделать себе такой запас на зиму. Вот таких коржиков. Супер. Ты просто его в пакетик герметичный или кладешь в пластиковый контейнер и перекладываешь пищевой пленкой. Отлично хранится просто в темном сухом месте. Чтобы снять, я просто так вот переверну и аккуратненько стащу пергамент. А пока я буду этим заниматься, параллельно можно приготовить крем, которым мы будем начинять наш рулет. О, да, у нас же не просто персиковый десерт, а с кремом. Да. Из чего его приготовим? 200 граммов сметаны. Жирность должна быть высокая, чтобы сметана хорошо взбилась. И 100 миллилитров сливок, 30-33% жирность. И несколько столовых ложек сахарной пудры. Это уже, как вы хотите, вот довольно-таки сладкое вот это основание у нас, да? Поэтому крем может быть с кислинкой, более такой свежий, да? Поэтому сахарную пудру контролировать, смотреть. Для такого количества я беру около 30 граммов сахарной пудры. Так, сметана. И хорошенько ее взбиваем. Насадка венчик.
теперь нам нужно взбить сливки. Если бы мы взбивали сметану со сливками вместе, то масса могла бы получиться жидкой. Поэтому я отдельно в плотную массу взбиваю сливки, отдельно сметану. Сливки 100 мл взбиваем. Добавляем сахарную пудру 3 столовые ложки. Конечно, я смотрю вот на этот лист персиковый, понимаю, что нужно мне его сейчас попробовать, потому что потом уже в виде рулета будет же другой вкус. А ты что, тоже хочешь? Ты же занята, тебе некогда. Хорошо, я не брошу подругу так вот. Покорми меня. Без удовольствия. Маленький кусочек, да? Я очень, да, люблю. Это прям вкуснее, чем конфета. И вот по вкусу я понимаю, что если бы персики были, знаешь, такие чуть недозревшие, они бывают более водянистыми, и так вкусно бы не получилось. Вот эти, да, более сладкие, прям такие медовые. Да. А сливки у меня уже взбиты, обязательно до устойчивых пиков. Для этого я взбивала их холодными. Так, и сметана. Такой белоснежный прямо крем у нас получился. И десерт в итоге будет красивый, потому что такое сочетание цветов. Я думаю, что если вот совсем-совсем не хочется ни одной лишней калории, то можно тогда просто вот это в качестве десерта. Да. Смотри, какой крем получился. Прелесть. Можно 5 коржей промазать. Кстати, да, у нас с запасом. Я так понимаю, что теперь самая торжественная часть – формирование рулета. Я предлагаю перед этим прерваться на минутку буквально, чтобы выпить по чашечке кофе. Давай, не откажусь. Угощайся, пожалуйста. Знаешь, такие постилочки похожие продаются в спортклубах. Я встречала конфеты, которых, в принципе, поправятся, да? Такие безобидные. Конечно, но фрукты, в принципе, же нужно потреблять. А это очень хороший вариант сохранить все витамины, пользу и вкус фруктов на долгое время. Да, и можно делать все то же самое со смородиной, там, где много пектина. Да-да. И мы из этого и шкурку не снимали, потому что в кожуре очень много пектина содержится. Абрикос, персик, груша не очень получится, нужно тогда делать какой-то микс. Я беру небольшое количество крема, промазываю рулет. Знаешь, это тот случай, когда даже не возникает желания сказать «клади побольше крема», потому что это не традиционный бисквит, ну, тесто обычное, а настолько вкусный слой, что и крема много не нужно. Что тоже, кстати, плюс. Не будет калорийно слишком. Да, крем просто для контраста, чтобы была такая кислинка и свежесть в этом десерте. Это же не бисквит, который впитает в себя. Он просто будет вылазить со всех краев, да? Поэтому тонким слоем промазываем и подворачиваем. И только одинокий шоколад на нашем столе намекает на то, что еще не все процессы завершены. Я хотела еще немного задекорировать. Чтобы еще красивее? Рулет, да, совсем чуть-чуть горчинки шоколада. И хотела тебе показать один важный момент. Я часто сталкиваюсь вообще с тем, что мне присылают там фотографии. Лиз, посмотри, вот я тут заглазировала что-то, да, и шоколад лежит очень неровно такими вот кусками. Проблема только в том, что шоколад перегревают. Если перегревать такой черный шоколад выше 50 градусов, то он вот так вот комками и берется. На нашей кухне никаких комочков во время этого процесса не будет, потому что у нас есть замечательная кухонная машина со встроенной функцией индукции, индукционного нагрева. Мы можем регулировать температуру, выставив ее буквально до 1 градуса, а постоянное перемешивание поможет продуктам не сворачиваться и не пригорать. Да, это отличная функция. Топится. А здесь у меня уже готов рулет. Мы сделаем с тобой небольшой такой рисунок из черного шоколада. Так, Надюш, давай тарелку красивую. Да. Сейчас такой небольшой, но очень полезный мастер-класс по тому, как украсить правильно растопленным шоколадом кондитерское изделие. Да, да, смотри, если я сейчас начну шоколадом декорировать рулет, то когда буду разрезать, у меня будет весь рулет вот так в шоколаде. Я буду в шоколаде, поэтому то есть мы порционно будем, да? Да, шоколад у меня уже дотопился, пока его не трогаем. Разрезаем рулет. Нож будем периодически мочить в горячей воде. Смачиваем нож для того, чтобы не прилипало, да? Да, когда у тебя рулет вот так вот полежит еще, этот такой свежий, он только недавно из духовки, когда он у тебя еще полежит просто в комнате сутки, он сверху не будет таким липким. И будет тебе проще его резать. Лиза так заботливо небольшие порции формирует. Понятно, что десерт получится настолько вкусным, что вот я так смотрю и думаю, ну, чтобы я за день не съела этот рулетик. Я взяла кусочек пергамента. Это ты для того, чтобы не использовать кондитерский мешок сегодня? Конечно. Для кулечек. Того, чтобы сделать маленький такой, да, кулечек, корнетик он называется. Корнетик? Корнет.
Да. И сворачиваю, как пакетик для семечек. Оставляю там малюсенькое отверстие, да? Отверстие сначала не оставляется, и у нас на экзаменах заставляли нас крутить карнетики, и шеф потом проходил. Вот этот уголочек должен быть очень-очень острым, тогда ты сделал это правильно, а потом ты просто срезаешь, какой тебе нужен диаметр. Шоколад. Смотри, какой гладкий, блестящий. Вот эта техника применяется, если нам нужно не полностью залить шоколадом, а нарисовать какие-то узоры, да? Если нам нужно рисовать. Угу. Теперь я срезаю маленький уголочек и проверяю просто где-нибудь аккуратненько, какой толщины у меня будет линия. Мне нравится твоя линия. Да, хорошая линия. И начинаю аккуратненько декорировать. О, прекрасно. Слушай, ну буквально несколько движений, и это уже превращается в произведение кулинарного искусства. Лиза продолжает украшать десерт, а я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите персики, сахар, ванильный сахар, сливки, сметану, сахарную пудру. Персики с сахаром и ванильным сахаром взбить до однородного пюре. Готовую массу вылить на противень с пергаментом. Затем отправить в духовку, разогретую до 100 градусов на 5 часов, чтобы персиковое пюре подсохло и превратилось в тонкий корж. Когда корж подсушится, достать его из духовки и остудить. Отдельно приготовить крем, взбить сметану и сливки. Добавить сахарную пудру во взбитые сливки и еще раз хорошенько взбить. Аккуратно соединить взбитые сметану и сливки. На персиковый корж нанести тонким слоем крем, сформировать рулет, растопить шоколад и украсить им готовый рулет. Кто бы мог подумать, что из переспевших персиков, которые выглядят не очень красиво, получится вот такой изысканный десерт. Лиза, ну я знаю, что ты волшебница. Просто в очередной раз убедились в этом. Попробуем? Спасибо. Да, давай попробуем. Ты знаешь, мне кажется, даже резать сильно его и не нужно. Я бы просто так отправляла. Кусочки мы приготовили специально такие маленькие, порционные. Можно так отправлять. В принципе, можно так раз и все, да? Да. Поскольку я только знакомлюсь с этим десертом, то я по чуть-чуть. Ну, давай. Конечно, это необыкновенный вкус, Лиз. Такой концентрированный, насыщенный, правда? Да. Такой нежный аромат персиков сохраняется. И такая приятная кислинка с нежным кремом. Мне очень нравится, что это десерт, но он легкий. И с этим ощущением, я уверена, и вы приготовите на радость и своей семье, и гостям этот удивительный десерт. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.